Это, друзья, вид снаружи. Это мы с вами в Санта-Крузе. И я вам скажу, что здесь до океана буквально всего ничего. Я вот сейчас вам покажу, где мы находимся. Вот вы видите, там улица заканчивается. Это мы на том квартале, где эта улица заканчивается. И там лесопосадки такие, метров 150, и океан. Что? Так что вот в таком месте мы. Вы, друзья, видите Светлану, которая зачитывает, что тут есть на этом флайере. Давай. 5 спален, 3 туалета, 2200 скверфутов. 2200, ну это поприличнее, да? Да, 2 этажа, какой так. Лот не видно. Земли не говорят сколько? Ну. Ну, мы, не, не написано, мы поняли лот. Примерно. 1 295 000. Тут такое маленькое патио, перед входом в дом. Вот, но мы заходим в дверь. Вот вы видите эту дверь. Я зашел. Тут слева такой какой-то аликов. Не поймешь чего. Значит, тут на полу камень. Травертин называется. Не путать с травести. Раковинка, смотри-ка. То есть тут можно на самом деле кого-то даже поселить, может быть. Хотя плиты нет. Да. Что-то там такое. Там что такое? Да. Ну, это под лестницей такая коптерочка. И что-то пошло на второй этаж. Друзья, я думаю, что если что-то пошло на второй этаж, то почему бы нам не воспользоваться? Дом оригинально 65-го года. И это просматривается, на самом деле, в некоторых элементах. О, например, вот это. Да, это хитро. Так. Ой, посмотрите, куда мы попали. Такая, ну... Уж не знаю, как они это используют, но кабинет, конечно, это офис. Офис, тут люди на гитарках играют, видите? Да. Так, балкончик. Ну, давайте, может быть, выйдем с вами на балкончик. Вот. Вот мы на балкончике. Так. Окей. Миленько. Очень миленько. Так, люди здесь живут, вы видите, они, можно сказать, по-живому продают. Вот такие стекла. Я бы сказал, что там, наверное, туалет. Или ванная. Сейчас посмотрим. А, нет, сори. Это наш коридорчик. Да. Вот еще комнатка здесь. Но это уже... Тоже она как бы и спальня у него. И кабинет. И, в общем-то, я бы сказал, даже довольно просторная в целом. Вы знаете, не всегда увидишь столько книг у людей в наше время-то. И там много книг. Слушайте, тут интеллигентные люди. А он, видимо, еще и рисует сам. Видите, акварелька. Или это она. Мужчину рисует. Если кто-то рисует мужчину с доской, это мужчина или женщина? Тоже интересный вопрос. Так, а тут что? Такая психологическая задача. Кто нарисовал? У кого кольцо на руке, тот и замужем. Да. И замужем. Так. Идем. Ну что, мы исчерпали возможности второго этажа, да? Да. Ну хорошо. Спускаемся вниз. Вообще, довольно интересная такая архитектура, я бы сказал. Такое ощущение, что они пристроили. Это что ли в какой-то момент так как-то. Непонятно, непонятно. Ну, идем. Света, там еще наверху две комнаты. Хорошая? Да. По-своему, вам понравится. Да? Да. Так. Так. Вот камушки, пожалуйста. Пол хорошо. Прохладненько, знаете, когда камушком? Прохладненько. А тут еще, слушайте, не успеваешь дойти до основного, тут еще. Так, креслица, столик. Мне нравится этот дом, наверное. Хозяева хорошие люди. Вот то, что вы видите наверху, это как бы характерная, так сказать, печать времени. Вот эти балки, доски. Да. Они не стали этого трогать, могли бы закрыть. Ну, вот. Сейчас принято. Многие норовят это закрыть. Да, ну 5 бедрумов, друзья, это не полтора, правильно? Так. Слушайте, книги, книги, книги. Прямо я начинаю душой прикипать к хозяевам. Так.
Очень миленький бедрумчик. Хорошо. Да, вот видите, тут живопись тоже и рисует интеллигентного мужчину такого. Так, идем дальше. Так, а это туалет. Да, ну-ка, туалет. Ну, можем свет зажечь? Можем. Вот он такой небольшой, но очень-очень нормальный, вполне функциональненько все так. Да. Хорошо. Идем дальше. Вот живопись-то. Так. Мы сейчас приближаемся к основной части дома. Мы еще в нее толком даже не вошли. Вот, мы шли-шли-шли. И вот пришли. Так, вот. Ну, тут они телевизор смотрят. Видите, у них тут культурненько. Вон там у них дайнинг. Видите, там столик стоит, можно покушать. Ну, давайте я сейчас вот так зайду с этой стороны. Так. Гитарки, гитарки там гавайские. Шикарно. Так. Это что такое? Коридор. Коридор. Значит так, это у них, вот там дверь пошла, видите, дверь пошла в бедрум, мастер-бедрум. Тут у них, значит, соответственно, ванна, душ. Ну, давайте зайду. Вот так. Ванна, душ, туалет. Очень мило, очень мило. Вот тут у нас, там, значит, на две раковины. Умывальничек. Давайте мы пройдем дальше с этой стороны. Так, тут платяной шкафчик, да что это? О, нет, это сушилка-стиралка. Так они одна на другой стоят, видите, одна и другая. И спальня, мастер-бедрум. Мастер-бедрум, да? А к тому мастер-бедруму еще, вот видите, walk-in closet. Тут, о, шматья у людей, смотри, что творят. Прям натурально буржуазия какая-то тут проживает. Галстуки. Ой. Да, интеллигентный народ. Может, они, я извиняюсь, профессор какая? И тоже книжки, книжки. Да, вот, пожалуйста. Окей. Okay. Теперь мы пришли. Бразилиан махогани? Махогани, yes. Да. Так, значит... И кухонька. Ага. Ага, ага. Это кухонька очаровательная. Значит, выяснилось, что тут живут муж и жена. Жена психиатр, а муж педиатр. Гитары, которые там висят, это хобби мужа, он их делает. Он же и рисует. Я думаю, что когда с психиатром живешь, надо какое-то такое хобби, чтобы, да, как-то, знаете, разрядиться. Может быть, это вот из-за этого, но я точно не скажу. Идем на улицу. Уи! Так. Идем на улицу. Это барбекюшница. Видимо, она газовая. Сейчас мы глянем. Возможно, что она газовая и вот так работает. Это душ. Значит, почему душ? Если вы пойдете на пляж, или там в песке, или с досками, там, и так далее, вы придете, вернетесь домой, и вам надо, прежде чем домой зайти, чтобы песок на себе не тащить, значит, вот вы хотите здесь прямо помыться. Поэтому вы с улицы зайдете вот сюда, а потом уже пойдете в дом. Это очень такая распространенная фишечка в местных домах. Ну что, совершенно очаровательный дворик, ребята. Я просто влюбился в этот дом и в его хозяев, честно сказать. Мы поговорим еще отдельно со Светланой. Но вообще, просто что-то такое очаровательное. Просто очаровательное. Вот, я не знаю, насколько вы со мной согласитесь, но вот, в общем, вот такой домик. Друзья, что вот это такое, мы с вами догадываемся. Это ветер дует, значит, тут барабульки звенят. А вот это, друзья, вы видите, тут центики, да? Да. Это американские денежки в пакетике. Я могу сказать, с водой, но может быть там рассол какой-то, я же не знаю. И вот оно здесь висит, Светочка. Но не в том смысле рассол, как ты думаешь.
Света, объясни нам, что бы это значило? Вот я же не знаю. Мы спросили агентку, она говорит, я тоже не знаю. А-а-а. И мы стали выдавать предположение. Например, да. Что хозяева продают дом, например, да? Так. И хотят туда вернуться. Так. Да, они уезжают в Лос-Анджелес и хотят, может быть, снова вернуться сюда, вот на свой бич, потому что он серфер. Вот, он серфер. Так, okay. Он музыкант и доктор. Вот, и художник, к тому же. То есть у них такое, знаешь, много занятий всяких, таких духовных. Да. Поэтому, может быть, это просто значит, что они не хотят как бы душой расставаться этим местом, хотят сюда вернуться. Давай от суеты, так сказать, к существенному. Что ты скажешь за этот дом? Ну, послушай, это старый дом, так. Который пристраивался и перестраивался. Так. Ну и... Это чувствуется? Это чувствуется. Сказать, что от него хорошее впечатление, да. Нельзя. Правда, мне так понравился. Он темный, у него ни из одного окна нет нормального вида. Это правда. Никуда. Он какой-то весь такой. Ну, закрой занавеску и все. И запах. Нет, а кроме того, я лично опять, это может быть мой личный этот сам. Да. Но я не люблю, когда экспост балки такие вот всюду внутри дома. Да, да. Я люблю, когда потолок, все-таки такой более современный вариант. Да. А у них там всюду балки. Ну, еще раз, это на любителей, это люди есть. Ну, мне только одна комната понравилась, там, где балкончик. Наверху. Мне вот балкончик понравился, да. Такая там, комната, где можно уединиться. Это комната-коридорчик. Да, от всей семьи так это я побыть со своими. Друзья, женщины, которые думают о том, чтобы где-то спрятаться от всех. Знаешь, так не наши женщины. По лестнице куда-нибудь залезть на второй этаж. И там шо, уже точно спрятаться. И там уже точно спрятаться. Там никто не найдет, потому что там никто не пойдет. Значит, для вас женщины. Не, ребят, вы не понимаете. Нет, ну это дом навел. Это вот дом. Вы неправильно. У них фотографии такого поколения. Вот вы неправильно. Смотрите. Вот посмотрите. Представь себе, да? Вот на этом балконе женщина, да? Да. Отдыхает. А тут стоит человек с гитарой и поет «Я здесь, и на Зиле я стою у дверей с гитарой и шпагой». Да, а гитару сделал хозяин дома. Да, и у него их, между прочим, очень много. Да. Вот, поэтому вот здесь, или, скажем, сцену из «Ромео и Джульетта», сцена на балконе. Здесь очень опасно петь, могут сверху такое кинуть, и тебе некуда деваться. А мы не будем. Лучше петь с проезжей части. Ну подожди, ты же поешь своим же, не чужим. Да. Света, кто же своим поет, ты что говоришь? Ну, когда-то пели? Нет, ну кто же будет сюда? Ну, я вот Ромео и Джульетта. Ну, я не знаю, ребята. У вас треспасен запрещен. Чужой сюда не будет ходить петь под чужой балкон. Да. 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 Вот это романтика. Конечно, вы взяли так. Да. Ну, хорошо, Света. Ты считаешь, дом стоит своих бабулек? Я понятия не имею вообще, стоит он или нет. Мне он не понравился. Все, на этой высокой ноте, друзья, мы отправляемся. Не берем. Мы отправляемся. Он близко к океану, он хорошо расположен. Друзья, значит, обнаружилось, почему монетки лежат. Они отгоняют мух. Значит, я спросил у риэлтора, спросила она у владельцев. Она говорит, нет, но я нашла на гугле. Вот так вот, друзья. Вот так.